Генеральный спонсор трансляции телепроекта «Папа, мама, я, спортивная семья». Торговый центр «Экспресс». «Экспресс» – все самое лучшее для вашей семьи. Физкульт, привет, уважаемые друзья! Сегодня у нас завершающий этап отборочного тура спортивного семейного конкурса «Мама, папа, я, спортивная семья». Сегодня у нас уникальные соперники, самые мобильные, самые организованные команды, которые собрались буквально за два дня и впрыгнули в наши соревнования. Это команда «Флэш» и команда «СССР». Давайте познакомимся с ними. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Наша команда «СССР». Наш девиз «Самые сильные, смелые, решительные». Еще одна команда – «Судейская». Директор городского театра драмы Игорь Селезнев, начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Наталья Середа и зауч третьей школы Светлана Оленник. Этот отборочный этап состоит из шести конкурсов. Первый из них очень простой, из реквизита только обруч. Задание элементарное, поэтому пожелаем участникам удачи, побед и 3-4. Поехали! Результат. Флэш 14 секунд, СССР 11,5 секунд. Второй конкурс. Общесемейный прыжок в длину. Мама, папа и дочь из команды Флэш напрыгали 5 метров 43 сантиметра. Мама, папа и сын из СССР финишировали на отметке 5 метров 55 сантиметров. И это лучший результат всех отборочных игр. Третий конкурс. Сейчас объясним все тезисно. В руках у наших уважаемых детей ракетка для настольного тенниса и мячик для настольного тенниса. Его надо пронести, не уронив с ракетки. В руках у наших милых, красивых, спортивных мам. Баскетбольный мячик. Тоже все просто. Надо стучать его на протяжении всей дистанции. Ну и папы с клюшками в руках, с маленьким мячиком, шариком для настольного тенниса. Должны провести его туда и обратно. Все очень просто. Желаем удачи нашим спортсменам. 3-4, поехали! Внешне участники финишировали одновременно, но секундомеры зафиксировали, что на 0,4 секунды команда «Флэш» была быстрее. Уважаемые участники, здесь ваше внимание хотим обратить на последний элемент этого конкурса. Мама и папа должны скрестить руки и перенести ребенка, который сидит на ваших руках, туда и обратно. Ребенку обязательно, это самое важное условие, держаться руками, обеими руками за шею ваших родителей, чтобы вы, не дай бог, не упали, не получили травму. В остальном конкурс и эстафета очень простая, поэтому желаем вам удачи. На старт, внимание, марш! На этот раз результат очевиднее. Флэш 33 секунды, СССР 31 секунда. Уважаемые друзья, следующий конкурс тоже простой. Из реквизита у нас только огромный шар для фитнеса. Наших детей мы попросим бежать и стучать его, как баскетбольный мячик, баскетбольный шарик. Мамы и папы, вам все очень просто. Надо присесть на этот мячик и пропрыгать туда и обратно. Можете это делать прямо лицом, можете делать спиной, можете боком, как крабы, как вам заблагорассудится. На старт, внимание, поехали!
И вновь финиш, что называется, ноздря в ноздрю. На сей раз секундомер не зафиксировал разницы. Флэш и СССР по 28 секунд. Пока в общем зачете лидирует СССР. Уважаемые друзья, в наших соревнованиях наметился лидер, но это совсем ничего не значит. Потому как впереди финальный конкурс. В нем надо выложиться максимально, уделать соперника, показать самое крутое время. Поэтому я предлагаю вам немного ободриться, да, хлебнуть водицы от нашего замечательного бодрящего спонсора компании «Арон». Теперь попрошу вас занять ваши места на старте, собраться, сконцентрироваться. Наш финальный конкурс из реквизита «Только скейт». На старт, внимание, марш! Результат шестого конкурса. Флэш 1 минута 19 секунд. СССР 1 минута 17 секунд. Общий результат по времени. Флэш 180 секунд. СССР 174 секунды. Напомню, что и в общесемейном прыжке в длину тоже победа за СССР. Уважаемые друзья, на этом наши отборочные игры закончены. Мы начинали наш сезон с заявкой от 8 команд. По сценарию должны дальше были пройти 6, то есть 2 мы должны были отсеять. К счастью или к сожалению, одна из команд не дошла даже до старта, не заявилась, теперь кусает локти наверняка. А вторая команда, к сожалению, выбыла из наших соревнований, не дойдя до финиша. Поэтому у нас к вам, дорогие участники, замечательная, очень приятная и хорошая новость. Вы все вшестером проходите дальше в наш четверть и полуфиналы. Только один из вас сможет выиграть наш главный приз. А это проживание в 5-звездочном отеле в одной из стран на выбор. А именно, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Вьетнам и, конечно же, Китайская Народная Республика. Уважаемые друзья, мы должны поблагодарить нашего замечательного спонсора, кафе-бар «Интер». Удовольствие от еды, удовольствие от музыки, удовольствие от удовольствия. В общем, кафе-бар «Интер» – сплошные удовольствия. Уважаемые друзья, оставайтесь с нами, будете следить, кто из этих команд пройдет четверть, пройдет полуфинал, станет финалистами и сможет выиграть наш главный приз. Сейчас мы с вами прощаемся, но не прощаемся со спортом. Смотрите нас на следующей неделе. Генеральный спонсор трансляции телепроекта «Папа, мама, я, спортивная семья». Торговый центр «Экспресс». «Экспресс» – все самое лучшее для вашей семьи.